Спонсор молодежной программы на телеканале «УТРАР» – Южно-Казахстанский педагогический колледж. Алло, да, мам. Да-да, я помню, конечно. Газ выключил? Да, мам, я все выключил. Не сутулься. А ну-ка сядь. Я поеду с тобой. Ваня! Дочка самого богатого папы, по которой сохнут все мужики Москвы. Тоска смертная. «Любовь нагрянет весной» – именно так звучит слоган романтической комедии «Ирония любви». Совместно российский-казахстанский фильм рассказывает о молодой девушке Асель, которая мечтает о славе на телевидении. Ее подруга Женя работает в Останкино и предлагает познакомить ее с продюсером нового шоу. Но за это Асель должна влюбить себя первого, кто войдет в кафе. Моя героиня заключает некое пари с главной героиней о том, что я помогу ей стать телеведущей взамен на то, что она уложит в постель, на кого я покажу ей пальцем. Мамочка! Фильм «Ирония любви» – первый совместный проект российской кинокомпании «Интерфест» и киностудии «Казахфильм». Картина снималась в Москве и в Алматы. Бюджет составил 2 миллиона долларов. В главных ролях снялись Асель Сагатова и Алексей Чадов. Интересно было работать с очаровательными девушками. Жалко, что я играю неудачник. Сюжет фильма «Ирония любви» может показаться банальным, очередной штампованной и предсказуемой романтической комедией. Но это только на первый взгляд. История главных героев фильма Асель и Ивана окажется очень интересной и красивой, со множеством забавных моментов. Это не сказка и не фантастика. Это может случиться с каждым человеком. А вот и жертва. Я выросла на ваших песнях. В картине «Ирония любви», кроме Асель Сагатовой, снялись и другие казахстанские звезды. Это и Эрик Жолжаксынов, Фархат Абдраимов и Карлыгаш Мухамеджанова. Но многие ценители кино главным достоинством российско-казахстанского фильма называют именно игру Асель Сагатовой. Такая общественная депрессия после долгой зимы, морозной, да, вот, авитаминоз, он очень требует некого эликсира оптимизма. И, конечно, хочется увидеть синее небо, значит, гуляющих, полураздетых людей. У тебя была девушка? Ну, в смысле, ты встречался с кем-нибудь долго? Отчасти, да. Я очень люблю людей, у которых есть какой-то свой мир. Вот этой мамы есть свой мир, есть свое время. Она в нем остановилась. Уже в это ближайшее воскресенье вы сможете увидеть на своих экранах это замечательное романтическое кино. Только на телеканале «УТРАР» премьера фильма «Ирония любви». Воскресенье, 14:00. Достижения Южно-Казахстанского педагогического колледжа, получившего звание «Лучший колледж» в 2014 году, были отмечены в республиканском журнале «Техническое и профессиональное образование». Колледж на протяжении 11 лет готовит высококвалифицированных педагогов, переводчиков, юристов и экономистов и имеет мощную материально-техническую базу и большой библиотечный фонд. Имеется благоустроенное общежитие и современный спортивный комплекс. На самом высоком уровне поставлено учебно-воспитательное
обязательная и научно-методическая работа. Преподаватели колледжа регулярно становятся победителями Республиканского научного центра и получают звание «Лучший педагог-исследователь». Профессиональная практика студентов проходит в учреждениях республики, города, области и за рубежом, в Кембриджском колледже и в колледжах Сингапура, Малайзии и Гонконга. Качественное образование в Южно-Казахстанском педагогическом колледже – залог достойного будущего.